Смотрите, концепция денег заключается в том, что к кому течет любовь, к тому текут и деньги. Я говорю это еще раз, вы просто не хотите это в очередной раз услышать. А к кому течет любовь? А я не знаю, к тому, что кто-то делает для кого-то, кто там играется с детьми, дети его любят, к ним течет любовь. А когда не течет любовь, вот в чем секрет. Та любовь не течет не потому, что вы что-то делаете или нет, а потому что у вас характер плохой. Просто плохой характер. Имеете ко всем претензии, постоянно всем возмущаетесь, постоянно чем-то недовольны. Собой, окружающим миром, как едят, как спят, как думают, как общаются. И вот я смотрю на людей, они все время бурчат. Знаете, бурчание — это плохо, это да не будет денег. Пока будет такой характер, денег не будет. Почему? Вас не любят. Вас никто не любит. Даже если говорят: «Лелася, я так тебя люблю». Нет, не любит никто. На самом деле, я очень часто вижу людей, которых никто любить не хочет. Они вредные. Ну, может, дочка любит на расстоянии, знаете. Очень часто вижу таких людей, которых невозможно любить. Потому что встречается человек, он такой: «Ну шо? Самое страшное — начать жить с такой женщиной. Это самое страшное вообще. Она сама зарабатывать не будет. Муж — это самая большая проблема. У нее претензия ко всему миру, претензия ко всем людям, претензия ко всей жизни. Она в интернет заходит, столько зла делает. А этот, а этот, а вы еще не знаете Зеленский, а вы еще не знаете Путин, а вы еще не знаете там это, а вот эти, а этот. Это все. А потом детям: «Вы что, что ты городишь вообще, там, как ты нарядился, во что ты, вы, на себя посмотри». Она даже на себя потом смотрит: «Я не такая, я не такая», куча комплексов, куча претензий, весь мир плохой. Добра никогда никому не делали, лицо уксуса ходячего или перца, не знаю, профессора помидора, доктора помидора из Чиполлино, томатоса. Итальяно веро. И, конечно, когда таких людей видишь, ну, ты понимаешь, ну, какие могут быть деньги. Или начинают там на улице такие хорошие, прямо приложить не к чему. Домой приходят злейшие враги. И там и муж не такой, то не такое, то не такое, фыркают, обижаются, как бешеные собаки. После этого денег? Каких денег? За что вам денег? Деньги туда, куда течет любовь.